Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы приглашаем вас на матч Кубка Английской Лиги. Это третий раунд, в котором только сейчас стартуют команды, которые играют в Еврокубках. Английские представители в Европе в количестве 7 клубов начинают именно с этой стадии. Уже есть клубы Премьер-лиги, конечно, которые стартовали раньше, со второго раунда. Ну а сегодня у нас третий раунд и Вест Хэм. Лондонский приезжает на Олд Траффорд играть против Манчестер Юнайтед. Обращаемся сразу к составам команд. Дин Хендерсон играет в воротах у Манчестер Юнайтед по 26-м номером. Все настойчивее и настойчивее играет с позиции силы Лансини. Здорово пробросил мяч. Опасно. Это шанс. И надо забивать. И вот он гол. 1-0 в пользу Вест Хэм Юнайтед. Получает защитник, который как раз и продрался так чужим воротам. Классная передача. Здесь слишком много народу отвлеклось у Ман Юнайтед на нападающего Джареда Боуэна. И, соответственно, Лансини уже никто не держал. Он абсолютно один был. Это Фредерикс, молодой, новичок, точнее, молодым его не назовешь. Новичок команды, здорово проходит и выдает отличную передачу. Здесь уже, конечно, Дину Хендерсону было свою команду спасти просто тяжело. И Лингард был уже в выигрышной ситуации. Подача Ареола играет не лучшим образом на выходе. Еще один ударище! Еще раз смотрим, как Мата подает. Ареола до мяча не добрался, а Мата сыграл очень хитро, пробил здорово с левой ноги. Да, это бои досталось, в него врезался вратарь, но тут, кажется, перекладина, ставший столпом обороны. Удар Джесси Лингарда на месте Альфонсо Ареола. Санчо неплохо развернулся. Марсиаль от крала ушел. Удар поворотом в ближний угол. Он понимал прекрасно, что дальше уже уходить сложно. И нужно было пробовать решить эпизод. И сыграл он, в общем, довольно... Сыграл здесь, перестраховавшись. Мяч, кажется, шел в сторону вот ворот. Моленко, заброс, момент, прострел. Вот это да! Нет ли там положения вне игры? Кажется, что все-таки было в... Да-да-да, во время передачи Ермоленко направо. А потом-то уж классный заброс на Джареда Боуэна. Телес на Санчо. Марсиаль красиво пяткой на ход. Все тому же Джейдену Санчо. Это удар уже не очень опасный. Алекс Телес пробил очень высоко. Но разыграли здорово. И сколько таких эпизодов сегодня было? Ее к концовке тайма стало поменьше. Но пока нет ощущения, что из-под контроля Вест Хэма выходит встреча, даже несмотря на довольно глубокую оборону. А Андрей Ермоленко номер 7 и Артур Масуаку номер 26. Главный тренер команды Дэвид Мойес. Но вот нет у Манчестера важного очень компонента игры, скорости сейчас, потому что в позиционной атаке очень трудно ее найти. И тем не менее находит вариант для паса вперед на Джейдена Санчо. Это, конечно, Хуан Мата, профессорская передача. Правило нарушил. Ван де Бек. Прострел, не проходит передача, зато подбор. И здесь не попадает Диогу Далон в дальний угол. 57-я минута матча. Запомним этот момент. Хорошая возможность для Юнайтед забить. Вот сейчас Ван де Бек оказался на свободном пространстве. И сразу на Гринвуда передача. И вот он в чужой штрафной и должен забивать. Бруно. Удар поворотом. Мимо. И так рванул по флангу. Ноубал. Пас штрафной. Ермоленко. Вратаря обыграл. И вот сейчас можно вспомнить ту шуточку. И опять быстрый ответ Вест Хэма и численное преимущество в атаке. Боуэн катит на Ноубла. Ноубал. И продолжают они идти к чужим воротам. Снова Боуэн. Мяч под правой. В ближний угол бьет. Хендерсон в порядке. Ну вот момент. Ну чем это объяснить? Да ничем не объяснить. Просто...
Просто не повезло. Ну, а здесь здорово сыграл Хендерсон. Удар Ареоля сильно вперед. Тут пока выясняли, что там, чей там будет мяч. Несколько секунд прошло. Но пунктуальность свойственна Джонатану Моссу. Он отправляет команду с поля. 1-0 в пользу Вест Хэма по истечении 94 минут игры.